Так, опять проявление японского рабочего менталитета. Сядь, нагнись, и ты прекрасно впишешься. Май Неевной с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на очень необычное видео. Название у него просто великолепное. Дырявая стена в Японии. Это Юрий The Professional. Озвучивает профессионал. Великолепный видос у него, я ее некоторые заценил. Давайте посмотрим это вместе с вами. Поехали. Японское шоу, где нужно пролезть в отверстие. Обычно в Японии кажется, такое есть, на самом деле. Пикселями. Здесь же все довольно ясно и заранее видно. 10 очков за прохождение препятствия. Две команды, красные и синие. Я знаю. Один из красных на... Качество 10 шоколов из 10, простите, а что поделать? Дел огромные очки, думал, что пиксели все-таки будут. Нет, это тоже шоу спортивное с проникновением, но немного другое. Итак, первое отверстие для красных. Ну, я не понял, пиксели во всяких... Для взрослого контента всякие дырдочки покрываются пикселями. Особенно в японских... В японском продукте. Там такое есть. Вращение Бильман! Как это... Один из элементов фигурного катания. Кстати, первым в мире мужчиной, кто смог его исполнить, стал Евгений Плющенко. Кто-то скажет, что этот человек ловит бутылку водки. Кто-то же предположит, что это разводит ноги на сеансе у проктолога. Не получается, он падает в воду! Ну ничего страшного, будут еще раунды. Подождите, какая-то чудовищная неполадка. Мне звучки очень нравятся. Продолжает двигаться. Она сейчас остается еще ряб. Нет, остается 15 сантиметров. Он кричит, а если бы у меня не голова там была, я бы стоял по пояс. У меня бы хрустнуло там все. Следующая стена за синей командой. Синяя девушка покачивается из стороны в сторону. У девушки типа в костюме, как и мужчины, но при этом еще юбочку надели. Пытается калибровать центр тяжести. В прошлый раз было фигурное катание. Здесь же тоже фигурное, но не катание. Коты здесь ни при чем. Это скорее ближе к собакам. Откуда у вас эти фотки? Фигуру по собачьей остается все меньше и меньше времени на исполнение. Удастся ли ей просто лечь и лежать? Да, удается! Невероятный уровень. Ребята, хлопаем. Вот синей девушке уже тяжело встать. 10 очков синей команде. Переходим ко второму раунду. Сейчас красной команде нужно собраться и компенсировать фиаско. Точно катании. Так же? Красный участник сразу встает в специфические позы. Ведущий напоминает его. Малый человек, вы не у меня в кабинете. У нас съемка. Итак, третья фигура на сегодня. Участник крайне серьезен. Цифра 3. Что? Что? Снизу ноги, сверху руки. А по центру что? Можно, можно пройти. Красный решает сидеть, приподнять руки. Я думаю, вполне реально протиснуться в это отверстие. 10-10. И... Нет, он цепляется. Держись. Падать нельзя. Внизу водичка! Желтая водичка! И что? Он делает ее желтее! Второй подряд раунд они профукивают, счет все еще 0-10. Но он был неплох, синих. Был неплох. А че он не толкнулся и не спасся? Скоро выходит синий, он марк... Это так интересно смотреть, особенно с комментариями. Это... Я бы даже смотрел бы футбол бы. Понимаю, я не люблю футбол, мне кажется скучным. Но я бы даже футбол бы смотрел с такими комментариями. Как в глазах мутится! Но зато ему очень весело. Скорее всего, у синих опять будет некая лежачая фигура. Так, опять проявление японского рабочего менталитета. Сядь, нагнись, и ты прекрасно впишешься. Если при этом быть синим, то будет легче. Японские императорские пропагандистские ТВ-шоу. Ну вообще... Ситуация красной команды критическая. Они проигрывают 0-2, конечно. Их последняя надежда. Точно, даже 10 поинтов дают. Сумасшедший профессор. Его приглашают тогда, когда надежды уже нет. Доктор Хентай! Он смотрит на фигуру, говорит, так понятно. Стоим на двух ногах, нагибаемся вперед. Спереди место есть для огромного стетоскопа. Так как человек явно не слепой, пролезть в это отверстие он должен с легкостью. Но его огромные шары тянут его вниз. Проклятие всей его жизни, высокий тестостерон. Минус шары, просто минус шары. Они подкатывают к горлу. Желтая вода. Желтый запах. У красной команды все очень плохо. Желтый запах. Если синий сейчас пролезет. А чего вода реально желтая? Наверное, там днище желтое. Станет 0-30, и красным никогда уже не отыграться. Ё-моё, а это как? Фигура довольно простая, но требует акробатических навыков. Вы, конечно, скажете, что можно просто встать и нагнуться. Но этот японец уже достаточно нагибался, чтобы попасть на ТВ-шоу. Он был хорош. Ужасная трагедия.
Молодой человек застрял в розовом отверстии. Спасти его сможет только он. А, и засчитается это или не засчитать? Эй, затягивает молодых людей в эту жижу. Не поддавайтесь. Блин, ну он хороший, надо было 20 поинтов взять, гляньте. Да, тянки, это иллюзия. Да, синие побеждают, но ситуация начинает меняться. Девушка плохо развела ноги и была брошена. А следующий синий участник оказался... Эти многозначные просто фразы, аж ты за капля. Да тупо тупым. Тем временем красные восстали. Реально. Доктор а также капитан команды виртуозно приносят 20 очков красным. Счет 20-20. Красная революция в 20-20. И чтобы разрешить ничью, нас ждет тройной раунд. Напустите, тройной раунд? Важная информация. Звучит страшно. World of Tanks отмечает в этом году свое десятилетие. Не, ну это важная информация. Реклама это хорошо. Знаете, на спортивных мероприятиях должна быть реклама, иначе что будет спонсировать спортивные мероприятия? Это годно, это очень годно. Не знаю, мне очень понравился. Юрий The Professional, великолепный канал. Я считаю, 10 из 10. Финал! За красных выходит, парив в шапке! Доктор... Блин, ну я за красных болею. У них, конечно, старт не сдался, но они, конечно, молодцы. Три полоски! Парень в костюме Adidas. Фигура — человеческая многоножка. Красным предстоит соединиться в мужской паровозик. Фигура довольно простая. Думаю, что у красной команды проблем никаких не возникли. Почему-то черный падает! Что же произошло? Смотрим реплеи. Огромный зад... Живот и попа не дали пройти. Мешало ему вписаться. Вот почему он носит мешковатые штаны Adidas. Счет все еще 20-20. Мы переходим к синей команде. Напряженная ситуация. Видно, что синим мальчикам тяжело стоять на ногах, но у них должна быть пьяная ловкость. Если они сейчас не намочатся, то синие побеждают. Что? Фигура — это геймер. Человек, который сидит и взлетает на горящей тяге. Девушка просит насадить ее на фигуру. У них последний шанс на победу. Но у косых синих двоится в глазах. Девушка намокла. Счет по-прежнему 20-20. Синим надо просохнуть, если они хотят победить здесь. Судьи назначают дополнительный раунд 1-1. Решают, кому пойти. Доктор демонстрирует... А, доктор в красной команде. Я что-то тупняк ловил. Просто он весь... Он серебряный. Он вообще сам за себя. Он просто гений. Нам свой огромный успех среди женщин. Потому что он очень умный. Ведь у него такие очки. Но смещен центр тяжести. Красный решает выставить черного три полоски. У нас очередной последний шанс на победу. Фигура у красных довольно простая. Нужно лечь и приподнять ноги. Adidas должен справиться. Но он почему-то встает на четвереньки. Ему может не хватить длины. Красные кричат, что ты делаешь не так! Его попа опять может не вписаться! Нормально! 20 очков красным! Какое уверенное вхождение! Хорош, хорош! Олимпиада Токио 2021! Акробатика! На синих сейчас большое давление. Кто же будет выступать за... Блин, я бы в таком поиграл, серьезно. Это же так прикольно! Типа, если меня позвали на такое шоу, я бы тоже пришел бы и порофлил. Это же классно! Их! Ведущий вышел! То есть в конце оказывается, что он все это время был синим? И он подыгрывает своей команде, поэтому у них самые легкие фигуры? Вот это поворот! Красные негодуют! Это подстава! Но это тут подстава. Вдруг один красный начинает рассказывать. Все не так просто. У него красный ремешок от часов и красный галстук. Вы думали, что ведущий синий, а он уже давно язвенник. Они все просчитали. На самом деле ведущий тоже немножко не очень умный. Во время работал на красных. Он сливает этот раунд, и синие проигрывают. Господи, ребят, даже в кино я не видел в концовке столько переворотов. Спасибо вам за внимание. Красный победил. Красный, Витя, красный. До свидания. Я за них был. До свидания. Я там, это я был доктор, кстати, этот. Вы понимаете, в очках. Вы просто не узнали меня, это был я. Дио.
Это очень забавно. Не знаю, понравится вам или нет. Если понравится, ставьте лайки. И буду знать, делать ли реакции еще на него. Потому что это забавно. Это забавно. Я с удовольствием посмотрел. Если вам не понравится, буду смотреть это сам. Не на реакцию. Вот так вот, да. Вот такая вот жизнь. Посмотрим. Ладно, ребята. Всем удачки. Подписывайтесь на канал великолепный Юрий The Professional. Ссылка в описании. И также можете подписаться на мой канал. Если вам нравится реакция. Мне было бы очень приятно. Все, ребята. Всем удачки. Всем пока-пока.